Детский православный лагерь Стан. Вот мы идем. Все однокопытные в подгонах, для езды, не для еды, как стол. На столы из чистого готовят, что важнее лошади, коровы, для войны седла и коней. Кормимся отныне подковы, скот рогатый нам сто крат важней. От кого погибших было больше, больше, а кормилицы кого на величах, помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. Поэта, слушай, репетиция пойдем была. Сейчас. Там это, Василиса, она дорога не угонит, далеко не угонит, а в крапиве где-то рядом. Вот она! Дайте секрет! Смотрите, мы сами делали флаг красивее. А ты не взял свою эту? Книжку-то? Белый синий красный. Вот он. Ну так, тебе надо ее взять? Я не знаю. Ну давайте возьмем. Давай, поснимаю пока. Так не надо, тут снимать не надо. Отвечи, там будем снимать. Сегодня 18 июня 2016 года, суббота. Вот мы пришли на поле после вечернего богослужения. Завтра праздник у нас, День Святой Троицы. Вот у нас там лагерь Стан виднеется. Качели, кельи наши. Вот. Вот сегодня пасет Василиса Янчук. Вот, ты покажи. Небо покажи-ка, интересно какое. Там, ну, там дождь идет, да, да, уже. Там заберите хорошо. Всю обувь сюда, принесите. Вот куда я иду. Вон сюда. Обувь принести. Вот наш детский православный лагерь Стан. Дети помогают Василисе Янчук пасти коров. Загони, подгонять вине к пруду. Thank you.
Ты хочешь быть тёшкой флагом? Надо будет завтра переменить другой платок, или что они волосы, как у старой обрядки. Сейчас. Половина головы открыты. Так, ну что, с новой строки начинаем. Снимаешь это, снимаешь и толкуешь. Вон утки полетели, гляди какие, вон над нами. Так, где вторая книга? Вторая книга где? Дядь Володя. Вот здесь Володя. Так, ну откройте кто-нибудь. Здесь это. Так, какая 209. 209, ага. Все, так, вы держите ровно, вот я вам чтобы держу, видно было. Давайте, я зачем? Подите ближе, ребятишки, к словам. Иди, Василиса, попоешь с нами вместе. Иди, так, все. Становитесь, открывайте. Какая страница? 209. 209. Остальные смотрите и пойте. Не стойте просто так. Так, подожди. С нуля. Давай. Лошадь по писанию нечиста, на копытах нету ни разреза. Можем здесь чему-то научиться, не пустым занять своим полезным. Минутку, разворачивайтесь туда, той стороной. Оттуда снимок будет, чтобы на коров шло. Вот так, повернитесь туда. Человек, жертву только и Господь. Так, снова начните. Маленько раскиньтесь подальше.